Вот и бюджет пошел, пацаны. Кристалл не разрушится случайно, алё. Ой, не теряй веру в Субару, я тебя прошу. Минус лицо, нахрен. А что так изи? У нее, видимо, еще были не бородатые ресницы. Это же проматичнее, алё. Как вы? А почему Фредерика голая? Ладно. Ты что там все делаешь, эй, Субару? Слышь? А Эмилия? Ебать, я указал, сука. Рестарты, братан, срочно рестарты. Что ты наделал, клоун? Оценка десятка, очевидно, что ты думаешь. Предыстория Розву теперь, что ли? А ты крепкий юноша, если до сих пор остаешься жив. Кто вы такая? Это та серия, да? Ты даже не знал, как высвободить лишнюю ману. Чел. А, да? А так можно было? Так вот как совпознять надо девушек. Как ощущения? А я не знал, бля. Теперь стало полегче. Понятно. Что вы себе позволяете? Я всего лишь вытянула ману напрямую. А... Тебя беспокоила не болезнь, а период манопускания. Думаю, до сегодня никому не удавалось тебя понять. А вот мне твои страдания вполне знакомы. Кто же вы такая? Дурная ведьма, порой совершающая добрые дела. Так ты тоже признательна моей наставнице? Наставнице даже так? Если бы в тот день я не повстречал ее, то так и продолжал бы страдать в одиночестве. Так вы поладили, не ругаетесь? Безусловно. А как же иначе? Ну и ну. Похоже, за вами еще нужен глаз да глаз. Да ехидна вообще какая-то супер добрая, как будто была раньше, не? Хотя лицо ее не показывают, да, почему-то да? Не полностью, странно. Так тебе рассказали об этом? Да, Сима поделилась воспоминаниями Рюдзумэйр, которые видела в гробнице. В таком случае, ты наверняка знаешь, что было после. Словами не описать, как сильно Розвелл выводит меня из себя! Но ведь все началось с того, что вы надо мной подшутили, а его светлость только провернул тот же трюк с вами. Не говори, что я над кем-то подшучивала! Подбери для моего поступка слова благороднее! Число. Я открывала все новые двери, но попадала в ту же комнату. Если честно, мне было совсем не до шуток. Я лишь немного попрактиковалась в магии тьмы! Но в таком случае ты едва ли будешь и дальше корить меня за то, что я отразил твое заклятие антимагией. Какая чудесная реакция, Беатриса! Тебе лишь немножко повезло родиться гением из хорошей семьи и получить лучшего учителя на свете, так что не задирай нос. Если она снова будет тебе докучать, смело говори мне, я хорошенько ее отшлепаю. Ха, даже не надейся, что она обратится к тебе за помощью. Если что-то случится, обязательно вам скажу. Я просто не верю своим ушам. Прости, что отвлек тебя от чтения. Нет, я не заслужила извинений. Тем более, что чтением это называть пока еще рано. Ты читать не умеешь. Это Библия. Старание в счет идет. Если на то пошло, почему бы тебе не стать ее учителем? Что вы, как можно? Леди Беатрис слишком занята, я не смею отнимать ее время. Чем? Да я, в общем-то, и не возражаю. Что? Леди Беатрис, кажется, меня зовет матушка. Как она это почувствовала, ну ладно. Похоже, дело срочное. Он явился. Кто он? Я уже удостоверился. Это действительно он. Выглядит как Фортуна, только ясно. Злая версия. Что? Нам следует немедленно скрыться. Если для создания барьера вам не хватает ядра, может быть, я смогу вам пригодиться. Стать ядром? Я готов костьми лечь, но выиграть время. Что это за чел идет? Нам опять не показывают лицо ехидны, кстати, постоянно. У нее, видимо, еще были не бородатые ресницы. Неужели тебе еще мало? Неуемный, назойливый. Ты навеваешь тоску и уныние. Это парень Фортуны, похоже, что ли, не? Я не могу позволить или брат Фортуны? Пройти дальше. Ну что ж, всякое желание. Это он уставший. Как мне не по себе. А, ну да, блин, что-то туплю. Мы с ними ранее созванивались точно тогда на стриме. В той стороне кто-то есть? Меланхолия. Авада Кедавра. Какой назойливый, заставил меня попотеть. Ведьмак уныния! Ведьмак? Как вы, блядь, не научитесь? Ужасное прозвище. Оно навевает тоску. А ехидна не поможет, не? Дело приняло такой оборот, что уже не скажешь, я подоспела вовремя. Нет, опять лицо не показали. Момент выбран удачно. Леди Беатрис, спасибо, что вы провели со мной столько времени. А? Тут мы расстанемся. В каком смысле расстанемся? Активируется утилище, да? Все дело в том мужчине, я разберусь! Его нельзя одолеть в бою. Но если поднять барьер, это место удастся уберечь. Я могла бы воспользоваться подменой дверей, и мы бы сбежали все вместе. Вот видишь, нашелся выход. Если
мы сбежим, то что потом? Его светлость и госпожа Ехидна создали место, так, где нас ждет мир и покой. Так если Эмилия пройдет испытание, даже то... Даже если мы бросим его. Ее с кристалла освободят, получается? Сколько времени на это понадобится? Я уже достаточно долго и счастливо здесь жила. Позвольте поблагодарить вас за всю доброту, что вы подарили мне. И дарите даже сейчас. О, там битва в самом разгаре, походу. Леди Беатрис, пожалуйста. А ведьмак типа не может зайти за барьер? Получается. Раз это единственный способ, и она сказала, что его не одолеть. А как же книга? Я обещала научить тебя читать и писать. А, она сидела, он сказал, что читаешь книгу, она не умеет читать. О. Спасибо. Прощай, Бетти. Это все, что мне рассказали. А, спасибо, да. Повторяю еще раз. Сдавайся. Порядок вещей она... изменился. Останови убийц, посланных в особняк. Тогда мы легко договоримся. Да ты гонишь. Пока ты не заговоришь по-русски, не смогу тебя понять. А, серьезно? Ты серьезно ошибся, если подумал, что достав из рукава лишнюю пешку и избавившись от Гарфиля, можно вырваться вперед. Преимущество по-прежнему на моей стороне. По условиям пари, ты отказался от своего главного козыря и стал простым смертным. И на что же способен заурядный человек? Ему ничего не по силам. Иначе и быть не может. Мои чувства только крепкие. Плюс каждым днем. И уж точно не ты, простолюдин, сможешь перечеркнуть 400 лет моей истории! Уже 400 лет меня не покидает любовь к одной девушке. Я несравнимо дольше не мог ни прикоснуться, чем успел побыть с ней рядом. Но ее образ все равно не покидает меня. Погодите, а почему он сказал фразу, что типа, ну он сказал Субару, что типа ты, Субару, согласился, или точнее выбрал быть простым, ну простолюдином или что такое? У него забрали его способность воскрешаться, разве? Типа, ну та ведьма все, ведьма зависти больше его не сейвит? Пари не будет окончена, пока ключевая фигура остается на доске. А, ну ладно. Не смотри свысока на Эмилию. А, ну он сказал... Она уже не станет во всем слепо тебе подчиняться. Ладно, окей, окей. И сумеет все превозмочь. Так ей все и покорилось. Не способная устоять под грузом сожалений. Mm. Она будет проклинать себя за то, что пыталась измениться и в слезах прильнет к тебе. Для нее самое нет то. Нет на свете девушек, которым слезы будут к лицу. Участь полуэльфов, жизнь полная страданий и унижений. Ее будут презирать так же, как саму ведьму. Это неизбежно. Да пошел к черту! Оскорбляя ее, вы сами однажды слепите из нее ведьму! Нашелся ли хоть один человек, который бы сказал: пусть плачет, когда и тяжело, и грустно. И раз других желающих нет, значит им буду я. Ты ошибаешься, что чувства и проклятия никогда не смогут измениться. И скоро мы вдолбим это в твою голову. Меня зовут Нацуки Субару. Я рыцарь Эмилии, среброволосый полуэльфийки. Эмилия придет за тобой, Розвелл. Девчонка, в слабости которой ты так убежден, лишит тебя последней оставшейся надежды. Мы с тобой действительно похожи. В том, что мы оба готовы навязывать идеалы ради наших возлюбленных. Ты веришь в слабость. Я верю в силу. Это единственное, в чем мы действительно похожи. Упрямый баран. Ладно. Все, я готова. Мамин. Ну, точнее, матушке, правильно сказать. 21 серия, господа, финишная прямая уже начинается. Она вот уже там за поворотиком. Скоро будет. Тебе придется нестись Косогниково весь опор. Но пока нельзя. Откровенно говоря, нам не достает боевого потенциала. Так давайте я пойду с вами. Что не так? Чтобы добраться до особняка, нужно покинуть святилище. Разве барьер вам не помешает? Барьер? Во мне мало звериного, я пройду. Мало звериного, и ты такая тварь? Ну так чего ты раньше молчал? Я и раньше-то был, сильнее некуда. А с этой парочкой со мной вообще никто не справится. Ну как он сможет помочь, если та девка даже Рам завалил его? Ладно. А Рам сильнее, чем он. Кто бы говорил Барусу? К дорогу! Да ё-моё! Аниме, не подставляй меня каждый раз, когда я скипаю, меня хейтят. Пожалуйста, не подставляй меня, просто не ставь его и всё.
Ну а после... Последняя серия, если будет, посмотрим. Ага. 25-й. Да чего же он безнадежный? И это все, что вы хотите сказать? Конечно, я чуточку на него сержусь. Не знаю, любит ли меня Субару на самом деле. Барусу дорожит вами больше всего на свете. Да. Спасибо, госпожа Эмилия. Я перед вами виновата. За что ты извиняешься? Сейчас я впервые в жизни искренне склонила голову. Ведь прежде я не верила, что вы обретете почву под ногами. Пожалуйста, спасите Марграфа Розвелла. Мой господин находится в плену иллюзий. Долгие годы они связывали его сердце как проклятие. Может, ему тоже испытание пройти? Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Его желание притупилось, и теперь он гоняется лишь за его былой формой. Прошу вас, развейте его иллюзии. Займите королевский престол. Подарите его светлости спасение. Повод. Прожить этот и следующий. Мне кажется, Эмилия гораздо сильнее, чем мы сейчас думаем даже. Ну, те, кто не смотрели. Она в детстве весь мир заморозила. Спасите его. Если честно, мне непонятно, как я спасу Розвелла, просто заняв престол. Но все же, ты впервые за все это время обратилась ко мне с просьбой. С уважением. Хорошо, Рам. Раз ты поверила в меня, я хочу ответить тем же. Не возражаете, если я наконец-то выражу свое восхищение. Опа. Не подходи ближе. Не верю своим глазам. Чем я обязан такому холодному приему? Мое сердце переполняется сочувствием к вам. Вас услужливо подталкивали, даже решение пройти испытание принадлежит не вам. Субару знал об этом и все равно вел вас навстречу жестокой участи. Это ерунда, ведь Субару сказал. Мы говорим. Наверняка его хватило только на воодушевляющую речь, лишенную логики и аргументов. Это же очевидно, он вас баловал, был добр и обходителен. Наверное, ему даже в голову... В голову не пришло, что вы обычная девушка. Он влюблен в ту идеальную Эмилию, что существует только в его фантазиях. Не так ли? Я сейчас не теряй веру в Субару, я тебя прошу. И это все? Фух. И только поэтому ты решил, что вы с Субару очень похожи? Видишь ли, Субару заявил, что я взбалмошная девчонка. То есть? Он спросил, что я себе возомнила. За что не возьмусь от меня одни хлопоты? Субару хорошо меня понимает, поэтому у вас с ним, Розвелл, нет ничего общего. Я уверена, он искренне говорил, что верит в меня. Он бы не соврал. Значит, вы тоже не стоите на месте. А мне невероятно тяжело принять такие перемены. Блин, я хочу спросить маленький спойлер у чата. Но думаю, надо ли. Он такой небольшой спойлер, на самом деле. Ну ладно. Мне интересно одну штуку, ладно. Я ее и так, скорее всего, увижу, мне кажется. Но... Как ни удивительно, но ее высочеству не занимать решимости. Ваша светлость, как давно вы наблюдали за нами? Я застал момент, когда ты преклонила перед ней колено. Ты та еще актриса. Мне уже сообщили, что ты помогла ему справиться с Гарфиэлем. Что вы планируете делать дальше? Цель моих поисков нисколько не изменилась. Но ради нее придется сделать невозможное. А я? Стой здесь и дождись госпожу Эмилию. Если никто не встретит нашу отважную госпожу, то даже мое сердце будет разрываться от боли. Спойлер в том, ну, я хотел спросить, типа, до конца этого сезона Пак вернется, появится, нет? Если это жесткий спойлер, тогда антиспойлерную пробежку лучше. Я решила поддержать их по одной причине. Казалось, так я смогу исполнить свое желание. Добрый вечер, Рам. Какой приятный дует ветерок. Ну, очевидно, что он вернется, чудесная, я думаю. Ночь. По какой-то причине. Нацки твердо уверен, что вы ему не враг. Ей нужно выбрать сторону. Я могла бы вам помочь. Давай. При трех условиях. Первое. Я двумя руками за то, чтобы сбить с Гарфа спесь. Однако, когда он получит по заслугам, вы оставите Гарфа мне. Второе. Госпожа Эмилия. Пусть Барусу что-нибудь придумает. Третье. Ты не расскажешь Барусу, почему я решила вам помочь. А, ну нормально. Ну у нее, да, перед ней типа выбор все равно стоит. Ладно, ладно, все хорошо. Этот вопрос отменяется, который спрошу. Не надо. Не надо. По-моему, я велел дожидаться ее высочества у гробницы. Я пришла забрать вас. Из плена ведьминской иллюзии. Полагаю, книга при вас. Сил-то у нее против него хватит? Я до сих пор помню те слова. Слова единственной клятвы, которой мы обменялись. Меч тому, кто им владеет. Магию тому, кто привержен ей. И демона тому, кто желал обрести его. Демона, который разрушит саму его суть. Наконец время пришло. Поступай со мной как хочешь, когда от меня останется лишь оболочка. Ты наконец-то сможешь воздать мне по заслугам.
богом. Ведь тебе пришлось поклясться верности и проводить дни с человеком, виноватым в гибели твоей родины. Ты буквально самую малость поторопилась с решением. Вот за что правда обидно! Вы сотворите великое заклинание, используя кристалл как катализатор? Ради успеха такого заклинания потребуется предельная концентрация. Дождись ты этого момента, и ты бы точно смогла нанести мне смертельную рану. И тогда все потеряло бы смысл. Я не позволю вашему желанию сбыться. Что толку в клятве, если я получу не вас, а лишь пустую оболочку? Сколько алчности я слышу в этих словах. Но хватит ли тебе сил меня одолеть? Нет, без шансов. Сама бы я не справилась. С другой стороны... Если биться двое на одного, преимущество будет за нами. Пак? Вот она главная причина, толкнувшая вот тебя прикнуть к Субару. Ведь я уже говорила, ваша светлость, что заберу вас из плена ведьминской иллюзии. Блин, я такое время спросил, это получается. Вот и сильно навязчивый дух, не связанный клятвой. Подлецы! Зовите нас, как вздумается. Кристалл не разрушится случайно, алё. Ой. О, сейчас будет резня, походу. Да? Надо бежать! Надо бежать! Там осталось Рэм! Я знаю! Субару бы так не поступил! Надо помочь! Субару жизни много, блин. Рэм! К ним уже, значит, наведались, да, походу? Надо же, какая милая девочка! Да. Отправлю тебя к ангелам! Тетра! Я же велела бежать! Прелестно! А ты, видимо, высокая горничная. Разложу ваше нутро рядом. Вдруг внутри вы похожи не меньше? Мне точно не понять, откуда растут ноги у таких пристрастий. Это даже развлечением не назвать. Петра, а теперь беги из особняка. И сейчас Субару чекает. Да? Субару, пора. Сейчас. Ну. Леди Беатрис наверняка могла бы помочь. Она здесь? Тогда здесь. Тоже нет. Она дверь не закрывает за собой. Сейчас найдет. Ее нигде не Но как же, сестрица Эрэм? Да, он так давно знаком с Беатрис, получается, еще с юности, и тоже ее заказал, капец. Субару, проси нас! Отлично, так и сделаю, Петра. Извини, что задержался, но теперь помощь прибыла. Это правда ты, Субару? Ты пришел за мной? Мурашки. Это же я, куда я денусь? Субару! Положись на меня, хотел бы я сказать. Но если вмешаюсь, меня мигом зарежут. Поэтому вместо себя я отправил Фредерике мощное подкрепление. Брата. Что за странная одержимость вечно месяц ниже груди? Давай назовем это привычкой. Я обожаю вскрывать брюхо. Прям как говорил начальник. Мне тут рассказали, что лучшая защита — это нападение. А если я так применю щит, созданный для обороны, что он сгодится и для атаки, то разом получу лучшую защиту и нападение. А раз я вобрал все лучшее, то круче меня не найти. Верно я говорю? Сеструха. Ничего ты вымахала! Ты точно моя сеструха? Может, тебя впору звать братаном? Как можно говорить такие грубости при встрече? Гар, ты здорово подрос. По-моему, это явно сарказм. Это ты слишком вымахала, сеструха. Ребята, не возражаете, если я наконец прерву ваше воссоединение? А то ты не видишь, что надо обождать. Слушай, сестренка, сеструха, знаешь девчонку по имени Рэм? Да. Подгадай момент и вытаскивай ее из особняка. С незваной гостьей мне будет явно не до вас. Но подходи, дамочка в черном. Надо отметить мой выход из святилища. Зачем? Не припомни, чтобы я тебя звала. Я увожу тебя с собой, Беатрис. И в этот раз вытащу тебя порезвиться под палящим солнцем. И мы не пойдем домой, пока твое платье не почернеет от грязи. Это что сейчас такое? Стоп, это была сцена после титров? Оу. Я думаю, уже следующий час. Это серия номер 22. Рэм единственный, от кого бы я хотел это услышать. О. Загляденье. Нет, в смысле, повторяю, можешь не нахваливать. Я думал, она ему живот разрезала. Да он ее, походу, отделает, да ладно. Нечего, она, походу, даже не напряглась, ладно. Отмена. Похоже, сеструха успела уйти. Да вслух это не говори, алло. А ты задание пробуешь розовое. О, фиолетовое, точнее. Освежевательница.
Эльза Гранхилл. Непревзойденный щит святилища. Гарфилд. Гарфилд Тинзель. Гарфилд. Я сказал Гарфилд? Ой, что? Да, начальник, первый бой ты мне подобрал, что надо. Так что смотри, чтобы и сам не подкачал. Зачем? Ты хочешь увести меня отсюда? Вот заняться больше нечем. Ты понимаешь, что вообще творится снаружи? Внешние угрозы мне не страшны. Нет, подмена дверей работает только пока они закрыты. И враги знают об этом. И откуда им известно об этом недостатке? Розвелл рассказал. Им рассказал Розвелл. Да. Значит, в фолианте мудрости Розвелла была описана моя гибель. Почему тебя это обрадовало? Моя жизнь такой же белый лист. Она пуста от начала и до конца. Хотя мне бы хватило одного томика. Все оставили меня одну. Матушка, Розвелл и даже Рюдзу. Но сейчас мне наконец-то хоть немного полегчало. Раз мое имя всплыло в фолианте мудрости, значит, матушка еще не забыла о моем существовании. А ты не думала, что матушка могла не доглядеть и дать неправильную книжку? Ты что, вздумал ее оскорблять? Ты правда так уверена, что мать вручила бы дочери пустую книжку? Не нужно так все выворачивать. Ну так давай скажу прямо, чтобы твоя глупая мамаша тоже слышала. Это же про мать лишнее. Не позволяй обещанию 400-летней давности и пустой книжки управлять твоей жизнью. Ты прожила уже достаточно, чтобы хоть раз открыто возразить своей матери. Если бы ты оказался тем самым человеком... Да он и есть, эй. Ты станешь тем человеком, которого я ждала. Но он не может... Ну что за глупости? Я даже не знаю, что это за человек такой. Как я могу им быть? Вот ты ведь дуреха. Блин. Вечно у этой Лоли мысли не о том. Нацки? А вы здесь откуда? Гарфилд не справился, что ли? Постарайтесь не мешаться, пожалуйста. А. Простите за грубость. Ситуация вынудила. Никто не поранился. И Рэм вытащили тоже. Сестрица! А? Больно же! Пожалуйста, простите, господин Отто. Я исходила из того, кого спасти важнее. Женщин, детей, стариков, мужчин и потом Отто. Получается, вы меня даже за мужчину не считаете! Как вы и просили, я унесла Рэм с собой. Отлично. Спасибо, что донесла ее невредимую. Еще мини-спойлер вопрос. Я тебе благодарен. Да? Но нет. Сейчас важнее другое. Нет, ладно. What the fuck? А, вторая. Мэйли. Надо же, ты почему-то совсем не удивлен нашей встрече. Ну и ладно, зато теперь обе горничные достанутся мне. С тобой, Петра, я постараюсь быть особенно нежной. Все-таки мы подруги. Но раз мы подруги, ты могла бы меня отпустить? Но мы же подруги. Давай останемся вместе до самого. Да ладно. Эту малышку, вернее убийцу, я бы хотела взять на себя. На секунду подумал, что она проснулась. А вы скорее уходите. Мы идем в комнату Марграфа. Дорогая гостья, позвольте от лица его светлости Марграфа Розвелла оказать вам теплый прием. Ну все, теперь вы точно у меня попляшете. Сейчас брат вырастет у нее чекает. Давай, подходи, не стесняйся. Гилтли Лау! На него не действуют камни от маг-зверей! Для нас он худший противник! Все началось с меня и наставницы. Сейчас будет ядерный пук, да? Только в этом вы ошибались. Срочно. В летучей мыши подождите 4 дня, он корон заболеет. Взгляни на немыслимое настоящее. Стоп, настоящее? Это... Матушка Фортуна? Чё? А что случилось? А, ну незримое, то есть какое оно могло бы быть. Да, точно, точно, точно. Одна из других параллельных вселенных, окей. Вот, скажем теперь так. Ты красавица. Да, да, да. Ну или немыслимо где настоящее. Где там да. Зеркало? Да, типа в другой параллельной вселенной, реально. Доброе утро, госпожа Эмили. Я польщен, что вы меня встретили. Гейза, доброе утро. Ты пунктуален. Ну что, тогда пойдем? Семья, все-таки. Могла бы быть. Чего? Вы превосходно смотритесь в своем платье. Не могу скрыть, насколько я вами очарован. Неужели я сказал что-то неуместное? Дело не в этом. Она просто смутилась. Мама такая милашка. Не надо говорить все, что вздумается. Да чего ты вредный человек? Надо же, госпожа Фортуна. И с вами Эмилия, и его святейшество. Какая вы чудесная семья. Мама рано. Прекрасно. Сэндвич сейчас бы. Вы с Эмилией всегда не разлей вода. Как ни посмотри, сердце радуется. Так перебирайся к нам,
жить вместе? Эмилия! Госпоже Фортуне поручена очень важная миссия. О ней могут пустить дурные слухи, если я надолго останусь в ее доме. Мне кажется, ты поздновато спохватился. Вспомни, что говорила Танца и другие тетушки. Какая мы чудесная семья! А я-то думал, что они имели в виду только вас двоих. Матушка, ну ты-то все поняла? Думаю, это очень хорошая идея. Будет славно. Я сказала все, что хотела. А дальше молодые должны разобраться сами. Подождите меня и не ссорьтесь. И всегда, всегда оставайтесь такими же дружелюбными. Как же я люблю вас обоих. Блин, у Гейза вообще могла быть другая жизнь. Арчи, о чем ты думаешь, когда видишь их вместе? Они отличная пара. Только на самом деле такого мира не существует. Эмилия. Она понимает, что на воспитании. Неужели, увидев немыслимое настоящее, ты не захотела остаться здесь? Несомненно, ты желала им обоим счастья. Госпожа Фортуна уже погибла. Жив ли архиепископ, неизвестно. Лесные жители превратились в статуи. Здесь ты могла бы стать счастливой. Почему ты желаешь такого будущего? Я хочу покрасоваться. Подобно матушке Фортуне, на которую равняюсь. Подобно доброму и сильному Гейзе. Подобно тебе, Арчи, который до самого конца улыбался мне и старался не испугать. Подобно Отто, готовому пойти на многое ради друга. Подобно Гарфилу, который не позволял себе роптать и жаловаться. Подобно Субару, который любит меня до безумия и готов стерпеть любую боль. Поверивать, наконец-то, финально. Спасибо, что волновался за меня. Но со мной все будет хорошо, братец Арчи. Хорошо. Спасибо, что позволила взглянуть на этот мир. Ехидна, я бы никогда не подумала, что однажды увижу, как они сидят вместе. Матушка и Гейзе, мой отец. Я тебя ненавижу. Ревность. Просто ненавижу Ревность. Тебя. Не подходи, ведьма! Пошла прочь! Мерзость! Ну, она, во-первых, прошла испытание, чего Ехидна не хотела. Во-вторых, еще и Субару тоже то, что она сказала. Я думаю, и то, две вещи, которые ей не понравились и бесили. Ну вот, я думала, что буду больше походить на матушку. Очень жаль. А? Глядите, главное, что она жива и здорова. Мы не поранились, госпожа. Нам казалось, Марграф был сам не свой. Хорошо, что хорошо кончается. Главное, она жива. Спасибо за ваше беспокойство. Субару наверняка уже все вам объяснил. Вот увидите, я обязательно опущу барьер, но вы можете вернуться к родным. Так Субару ничего не объяснял. Народ, он вам что-нибудь говорил? Не, ничего такого не вспоминается. Хорош. Поэтому, госпожа Эмилия, мы будем ждать, пока вы не вернетесь. Хорош. Блин, оставалось всего 3 серии, получается, да? Не могу сказать, что мне полегчало. За 3 серии должно дохрена всего произойти, по идее. Но спасибо. Серёдзо, вы знаете, где Рам? Вас ждет свое дело, а Рам свое. Пусть нас обеих ждет успех. Там же вот эти дерутся, слова. Кстати. Ну там с Паком, так что с Паком справится нормально. Раз так, мне пора. Третий. Удачи, госпожа! Теперь будущее. Познакомься с бедой, что готовит будущее. Бедой? Да, осталось ровно 3 серии. На! Это я уже видела. А вот это нет. Hello. Боже, как больно. Я втопчу тебя в землю столько раз, что ты перестанешь воскресать. Как ты прекрасен. И оттого еще грустней. Ты же чувствуешь приближение маг-зверей. Не притупились ли твои когти от беспокойства? Ха, ты говоришь о начальнике и его друзьях. Сколько маг-зверей на него не насылай. Он играющих их раскидает, и ты думать нечего. Хватит, 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 пощадите. Да, раскидает. Субару, все обойдется? Беатрис бы помогла. Могла бы. Выход один. Поразить зверюгу достижениями современной науки. Какими? Рестарт. Жизнь в другом Мобилой? Мире, что ли? А ну-ка, отведай свет науки! Как тебе взрыв пыли? Не понял? Я ведь вам сразу сказал, чем пробовать какую-то чушь! Лучше выбрать средство попроще! Поджечь? Масло, за которое со мной рассчитались! О. Для тебя ничего не жалко! О, вот это вариант. Круто, теперь он еще и горящий тварь. Ноги! Почему взрыва не случилось? Было маловато муки или огня? Мухи? Мука горит? Вот, стоп, стоп! Нужно бежать! Отто, оставлю Рэм на тебя. Мука реально горит, я не знал, офигеть. Субару!
обсуждаю. Извини, Петра. Мне нужно еще кое-кого забрать. Если я сгорю заживо, высеките на могиле, что меня погубило масло Отто. Этого мне только не хватало. Если не вернетесь живым, я вас поколочу. Так он может сделать свой ядерный пук и потушить весь огонь, не? Ну ладно, видимо, не может. Познакомься с бедой, что готовит будущее. Пустота? Эндермир? Ненавижу. С тех пор, как я с тобой познакомилась, я на дух тебя не выносила и ничего не могла поделать. Это то, что меня ждет? Это был особнявший сгорев... сгоревший особняк? Послушаешь, я не обрушу меч на вор? Прости, что я не смог тебя убить. Я точно не собираюсь умирать от такой бессмыслицы, как проклятие. Вот так крикнул про проклятие. Если человек, которого так хотелось убить, оказался так добр, лучше потопчись старым проклятием. Чипите? О, алло. А где Ехидна? Куда я попала? Ехидна? Нет, не ешь это. Лучше не касайся того, что оставила ведьма. Да, да, да. А то быстро об этом пожалеешь. Умница. Оборачиваться тебе не стоит. Но кто ты? Я, это, такая страшная ведьма, что у тебя волосы встанут дыбом. А где Ехидна? Она сказала, что не хочет тебя видеть. И как ты умудряешься оставаться спокойной? Но это же не обязательно правда. Есть будущее, где это случится. Но есть и то, где все сложится по-другому. А значит, волноваться не о чем. Ведь я буду упорно сражаться. У тебя сильная воля. В этом отношении вы с матерью совсем не похоже. Что? Ты знаешь мою матушку? Да, прекрасно знаю, но не расскажу. Так мы условились. Тогда и я ничего не спрошу. К тому же, моя настоящая мама — это матушка Фортуна. Вот оно что. Ее злые козни тоже иногда приводят к чудесным вещам. Ты что, плачешь? Конечно, не плачу. Так она, походу, я не заплачу. Сейчас у меня нет такого зависти, права. Да? Для этого походу не нужно никакого права. Я же говорила, что оборачиваться тебе не стоит, плохая девочка. Ступай прямо, и испытание окончится. Что-то как-то... Барьер будет снят. А что так изи? А в чем испытание-то было? Слишком просто. Ты могла бы передать пару слов Ехидне? Какие? Если мы еще увидимся, давай посидим за чашечкой чая. Все вместе, с тобой и другими ведьмами. Да, я ей передам. Только чай не от Ехидны, пожалуйста. Дурак, она могла сойти с ума от будущего. Ну, что-то ну, такое, ладно. Как-то легко. Так, Субару второе испытание же прошел, не? Ну да, он только два прошел, он третий он сам не пошел, потому что он хотел, чтобы Эмилия, ну, прошла испытание. Да-да! Больше не надо! Я думала, это гробница Ехидны. Он прошел второе. Это магический круг барьера? Ключ будет кончиться опять, не? Или... Вот! А! Поэтому Ехидна только вот, ну, во снах типа являлась. Да. Не во снах, а вот. Все кончено. Надо скорее сказать тем, кто ждет снаружи. А зачем тогда та в кристалле, если Ехидна с собой сама тоже в гробнице, по сути? Что? А. Мэйли, ты могла бы мне не мешать? Знаешь, мне было бы куда проще, если бы ты не ломилась вперед одна. Так вот почему Ленин в Москве там лежит, да. Гарф, ты же понимаешь, почему я граница, осталась да, тут? Да, да, понятно. Вот почему круглый. Я диву даюсь, сколько хлопот от пары сестер. А, нифига там. А где Субару? Гарф, за меня не волнуйся. Завидев дракона, мастер клинка Рейд обнажил меч и рассмеялся. Так говорят о человеке, который выжил из ума. Да, я в курсе. Это оберег духов земли. Я могу дотянуться до вас на любом расстоянии. Мэйли, не подходи ни на шаг ближе. Сеструха, понаблюдай со стороны. А вот и бюджет пошел, пацаны. Слышите, я сказали со стороны понаблюдать, алло, вар. О-хо-хо, хеллоу, блин. Минус лицо, нахрен. Вот это было просто, ладно. Похоже, на тебе не осталось живого места, а мои раны постепенно затянутся. Я еще в отличной форме. А вот ты хоть и живучая, но явно не бессмертная. Верно, вампирша?
Так ты знал? Ну так я с детства зачитывался книгами. На севере Густика, где мне довелось родиться. А где Густика? Нередко стоял жуткий холод. Меня бросили родители. В один южный день я промышляла воровством, но меня поймал владелец. Заткнись! Я не слушаю! А раз я оказалась девушкой, он отнял одежду исподнее. Но, к счастью, мне в руки попался осколок стекла. Я не раздумывала, как поступить, а просто пырнула его осколком. А, вот ее страсть проснулась, да? И тогда, среди леденящей вьюги, я вдруг осознала, как богаты теплом человеческие кровь и нутро. Но едва ли ты меня поймешь. Ну и к чему вся эта болтовня, если тебе самой все ясно? И правда, почему? Наверное, ты правда мне полюбился? Извини, но у меня есть возлюбленная. И на баб недружных с головой у меня времени нет. Ты так жесток. Впрочем, ладно. Ведь меня интересуешь не ты, а только твое нутро. Она ему разбила один из этих, да? Ого. Эй, чувак, она вампирша, она-то хилится тогда, а ты-то нет, алло. Я дрожу от возбуждения. Все-таки не зря я вытащил вас наружу. Было бы очень крайне неприятно, если бы с лабораторией, а вернее тем кристаллом, вот, да, что-нибудь случилось. Но ваше положение становится все хуже. Не спорю, сперва я растерялся, но ведь Великий Дух сейчас не в лучшей форме. Снимаю шляпу перед твоей осмотрительностью. Когда ты наложил заклятие на Лию? Перед тем, как отправиться в святилище, после ссоры с Субару. Ты хотел, чтобы Лия оставалась беспомощной? Да, я приложил недюжинные усилия, чтобы связать Субару по рукам и ногам. Так это не Пак скрывал его сознание? Он последний ключ к моей заветной цели. Ты бы лучше не зарывался, ученик ведьмы. Ты живешь прошлым. Кто бы спорил, мой взгляд обращен назад. А это он я действительно живу прошлым. Ведь все то, что я считаю чудесным, случилось именно там. Я не стану придираться к твоему образу мысли. Но знаешь, Бетти это расстроит. Ул. Гоа! Поздно. Назад. Колдуй быстрее, иначе новый удар будет последним. Вас послушать так это просто. Реально, колдуй быстрее. Мне чудовищно жаль, Рам. Я желал тебе счастья, чтобы ты отомстила за сородичей, добилась своей заветной цели. Сейчас демоном стану. Вы так и не поняли мое желание. Будь я просто демоницей мщения, мою боль в груди можно было бы унять, но нет. Ну да, да, я перепутал, что у той же Ведь рожки, я да. полюбила вас. А, да? Такого просто не может быть! Ты в меня влюблена? Что за чушь? Ты обязана пылать от ненависти и желать мне смерти! Поначалу так и было, но сейчас я чувствую к вам только любовь. Минус да гар, кто кстати. В целом свете купится на эти дешевые чувства? Великий дух! Будет сделано! Я встану на защиту любой влюбленной девушки, но прежде всего моей дочурки! А, вот почему метель началась. Как раз вот сейчас типа Эмилия выходила. А, нет, ладно. Может и нет. Детские игры. Не стоит отвлекаться. Или да. Или да. Неужели? Да. Мяу! А я-то всего лишь подрос. Ну, я думаю, его фокус. Ну, говорите, рога не дали. Сердце перестало. Только не это! Для меня корень зла всегда был в этой книге. Сожжет книгу. Наконец-то с ней покончено. Ну она просто погибла. Эх, Пак, Пак. Ты же обещал ее задефать. Предпоследняя серия. Рам, зачем ты так поступила? Ты проиграл, Розвелл. Книги, на которую ты полагался, нет. Отдаю должное твоему упрямству. Но теперь...
Снег? Быть того не может. Я думал, снег вызвал пак. Ты нас провел, подготовил заклинание снежного облака еще до начала боя. Это в комиксах тупые злодеи. Думаешь, я стал бы объяснять свой план? Существует у вас хоть самая ничтожная возможность как-то его сорвать. Я все сделал 35 минут назад. Я попробую оттянуть снегопад. Розвелл, ты сильный, выдающийся маг. Точно, в снег же кролик приходит, бля. Но ты останешься человеком, каких бы высот ни добился. Тот, который... Тебе не сравнится с ведьмаком. Все подряд жрет и бесконечно умножается. Точно, что ты наделал, клоун? Никогда идет снег, это огромное скопление маны. Ну так у него по-любому куча маны, не? Тоже. О, есть смайлик. Это не кролик, это хомячок, по-моему, не? Чат. Наставница. Скажите, что я теперь должен делать, наставница? А теперь как Беатрис сиди, блин. Та тоже с пустой книгой сидела. Сколько у вас сестер? Я вам позже объясню, что такое тело реплики. А пока остановите меня, пожалуйста. Она хочет достать ее или что? Это же Вейсима. А кто спит в кристалле? Тоже Рюдзо? Мне увести ее к остальным в гробницу. Положим ее на мои ледяные санки и как-нибудь вместе утащим. Ледяные санки, ты что, Дед Мороз? Госпожа, мы уже разрушили магический круг. Теперь осталось уничтожить его сердце. Тогда святилище исполнит свою роль и будет освобождено. Возьмите. Это как? Блин, есть предположение, что вы встретите в последней серии? Великий дух заглянул в лабораторию раньше и попробовал отсрочить действие заклинания. Я чувствую, что должна выполнить наш общий долг. Знаю, мы обязаны, но не стоит. Я прожила целых 10 лет с моим милым внуком. И теперь Гарф решил покинуть святилище и сделал это с гордо поднятой головой. Я хочу поддержать его на этом пути. Проследите, что с ним будет дальше. Вот почему он ее бабушкин звал постоянно. Обещаю. У нее есть рот. Поразительно, как ты успела повзрослеть за неполный день. Все, минус барьер, точно. А что теперь с этими телами и сосудами? Пойдемте, Рюдзо. Нас просто ждут АФК? Неотложные дела. Пак сказал, что снегопад придержит. Что-то как-то не придержал. Нифига. В чем дело, Розвал? Ты так в ледышку превратишься. Пытается ее спасти, да? Отчаянно. Рам! А, живая? Живая? А, так все, отрегенит. Мы еще успеем ей помочь. Возьми Раму и идем со мной. Уже поздно. А? Не сдавайся раньше времени. Не опускай руки, будто все уже кончено. Когда с тобой разговаривают, будь добр поднять глаза на своего собеседника. Ого. Пока ты жив, ни от чего нельзя отказываться. И больше я ни от кого не стану отворачиваться. А, кролик. Hello. Уведите Розвелла и Рам. Я доберусь до гробницы и точно не дам вас в обиду. Я стала ждать появления того человека после утраты Рюдзо. Это тоже, блин. Беатрис, я доверю тебе присматривать за архивом моих знаний. Это замена дарованной мне привилегии. Фолианта мудрости. Простой указатель на дороге, ведущий в будущее ее владельца. Да, только у него был пустым. Таких книг две. Однажды тебя должен посетить некто, достойный унаследовать мои знания. Пускай он зовется тот человек. Дождись того человека. По итогу все перейдут в Субару? По велению матушки, я создала архив запретных книг и стала его библиотекарем. С каких-то пор Розвелл стал частенько заглядывать в библиотеку. Его интересовало только содержание книг на полках, так что нам почти не доводилось общаться. Рад познакомиться, госпожа Беатрис. Так он и прокачался, понятно. Долг ухода за особняком переходил от одного Розвелла из семьи Мейзеров к другому. За 400 лет, что я здесь провела, мы почти не разговаривали. Я встречала людей, нашедших путь в библиотеку, которые пытались меня увести. Но у них ничего не вышло. А после... Вот и первый NPC! В мою жизнь бесцеремонно и дерзко ворвался необычный человек. Своим отношением он отличался первый от всех NPC. Остальных гостей. Да, а что делать, если со мной горит? Чёрт, да где же Бьяко? Почему Фредерика Гоуэ? Вот. Вот так я и покину мир. А, она же превращалась сюда. Вот. Слушай, дрёха, в прошлый раз... Я решила, что наш разговор окончен. Да, да. Ну он тоже тигр превращался, брат, в смысле, но он же не стал Гоуэ. Хватит упрямиться! Это хватит убираться на силу, так мы не поговорим! Удержался. Глупый упрямец. Пока ты не отвернешься от меня всерьез, я буду ходить снова и снова. Я и так серьезно. Нет, чушь собачья. Будь ты серьезно, я бы не смог снова отыскать вход. Ты же... Да сожги ты уже эту книгу. Не тот, кого я ждала. Господи. Ты другой человек, в чем сам и признался. Если бы ты
Какая там фраза есть, что-то там типа... Так сел розовую или что-то такое? Скажи ей все, просто скажи. Конечно, я глупая. Раз за 400 лет не смогла забыть простое обещание. И потому, что бы ты ни сказал, для меня все кончено. А, во, розовую разрешил задать вопрос, да, вот такое, точно, такая фраза. Конечно. Да. Я не тот, кого ты ждала. И готов повторить это снова. Но знаешь что? Я все равно хочу остаться с тобой. Минус все знания и фильм. Беатрис! Так, стоп, вся библиотека — это иллюзия? Проклятие! Прощай! Если все двери особняка сгорят, что будет с библиотекой? Какое еще прощай? Думаешь, я позволю тебе так оборвать свою жизнь? Больше двери нигде нет. Нет, есть одна. А, когда он спускался, его там убивали, точно. Чё-то там тоже, по-моему, пинулось. Других дверей в особняке нет. Это осталось последнее. Я, скорее всего, умру, когда открою ее. Беатрис, я тебе доверяю. Побожаю. Ты безнадежный дурак. Теперь тебе не выбраться. Ну, раз так, то выслушай меня напоследок. Беатрис, мне нужна твоя помощь. А, что? Сколько ни обещать тебе спасение и поддержку, ты не прислушалась. Но какой бы могущественной, умной и сильной ты ни была, а жить в одиночестве боялась. Что ты можешь понимать о моих чувствах? Ты же к ним не прислушался! Но я же знаю, что ты очень добрая. И если увидишь, как кого-то мучают кошмары, то возьмешь его за руку и успокоишь. Много ты понимаешь? Я совершенно бессилен и не могу прийти тебе на помощь. И если не хочу оставлять тебя одну, то единственное, что мне остается, вцепиться в тебя и вымолить согласие. Прошу, спаси меня. Нечестно обращаться с таким предложением. Даже если сейчас я возьму твою руку, ты уже скоро покинешь меня навсегда. Человеческая жизнь пронесется для меня словно один миг. Может, меня хватит всего на 100 лет, но отпущенное время мы точно проведем вместе. 100 лет неплохо. Мы не разделим вместе вечность, но завтра, сегодня я буду тобой дорожить. Да, соглашайся уже. Может, для тебя живущее вечное. Время, проведенное со мной, и правда пронесется словно один миг. Тогда я проживу его так ярко, что даже спустя вечность воспоминания Субару Нацки не покроются сепией, как старая фотография. Выбери меня, Беатрис! О, смогла выбросить книгу, ничего себе. Согласилась. Раз книгу бросила, значит согласилась. Погляди, идиота! Фрезу ему. Субару! Да, это я. Субару! 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 Ты что там все Субару делаешь, эй, Субару? Наконец-то ты меня позвала. Слышь? Что на свете не допущу, чтобы хоть кому-нибудь пришлось мириться с потерей. Пока я продолжаю помнить маму и Дейзи, я не позволю себе сдаться. Но тебе не обязательно бороться из последних сил, Эмилия Тан. Разве? Или может кто это? Надеюсь, это... это Субару был. Можешь подождать сторонки и предоставить дело мне. Что задумал? Не, я вообще думал, что Рейнхард появится еще и... Давай что-нибудь придумаем. Вдвоем. Ты и я. А Эмилия, слышишь? Стоит рядом с Эмилией. Сейчас мы вдвоем с Беатрис что-нибудь придумаем. Ладно. Ну что, ты готова к бою? Мы едва заключили пакт. Это один из трех великих маг-зверей. Мой партнер натуральный неуч. А я не участвовала в боях уже 400 лет. И? В самый раз. Я бы назвала это форой. Элминья! А вот сейчас бюджет пойдет, походу. Одуреть! А я чем-то могу помочь? Для начала можешь держать меня за руку и не оставлять одну. А еще попробуй представить, как ты связываешь ману, формируешь из нее стрелу и сокрушаешь врага одним могучим ударом. Уже представил. Тогда осталось произнести слова. Элминья! Ничего себе. У него появились способности, он научился. Минья! Язык сломаешь. Минья! Бьяка, какой план? Наша задача — собрать весь выводок великого кролика в одном месте. Вопрос, как этого добиться? Да ладно, мы же не обязаны сражаться с ними только вдвоем. Эмили. Побудь для них приманкой, пока я готовлю заклинание. Это расплюнуть. Во всей Лягунике не найдется человека, который стал бы лучшей приманкой для страшного врага.
план! Мы с Беатрис соберем их вместе и прикончим! Как она это слышит? Не помешала бы твоя помощь! Хорошо, я не подведу! Ух, сейчас... Ура, Эмили! Теперь вас никто не отпустит! А теперь пора уничтожить их по-настоящему, высший дух Беатрис! Шамок! А, друг друга, нихуя! Чисто Чанг выкопал одним заклинанием. Субару, отвлекись. Мог бы сказать хоть слово за мой тяжкий труд. Ты отлично справилась, Дьяко. Хорошая девочка, такая очаровашка. Ой, а в этой серии нет опенинга, оказывается. Вот так совпало, да. Прости, матушка. Не повезло, конечно, да. Я не смогла сдержать свое слово. Да, беда. И похоже, это скорее принесло тебе облегчение. Твоя реакция удивляет куда больше. Вот это нас заскамили, что, да. Мне казалось, весь твой род мечтал повстречать мою матушку. Выслушаешь меня? Я не знал, реально не знал. Может, Субару стал для тебя тем самым человеком? Субару на эту роль совершенно не годится, но... волнует. Я предложила ему стать тем человеком, и он поднял меня на смех. И заметил, что лучше выбрать того, кто принесет тебе счастье, а не того, чьего лица ты даже не знаешь. И тебя это устраивает? Для Субару ты никогда не станешь первой. Я покинула библиотеку не потому, что он поставил меня на первое место. Я хочу сделать его таковым для себя. Выбери меня. Она его выбрала, а не он ее, получается. Сколько лет прошло, но ты не изменилась с тех самых пор. Что? И все-таки мы слишком мало с тобой общались. Еще с того времени, когда наставница была рядом. Наставница? Розва, это ты? Неужели ты скопировал свою душу по материалам матушки, искавшей бессмертие? Но она не достигла успеха. Душа чужака не приживается в пустом теле. Тогда ответ прост. Нужно подобрать тело, обладатель которого был тебе близок. Изумительно, изумительно, изумительно. Ну что, скажешь, что я чудовище? Ты мог бы опуститься на колени? Прямо здесь? Сожми зубы покрепче. Так ты предпочла выразить свое презрение? Вовсе нет, это заслуженная расплата за то, что ты спалил библиотеку запретных книг. Беатрис, я тебя люблю. Розвелл, с возвращением. Да, я вернулся, Беатрис. Да, я понял, что он про потом. Опять лицо Ехиды не показали, да блин. А, вот. Теперь показали. Что-то долго они не выходят. Разве другое лицо было? Да ладно, не пропадут. Теперь ты полностью ей доверяешь. Хотя вы всегда отлично ладили. Ты сильно изменилась, Эмилиэтан. Теперь ты сильнее. За это следует поблагодарить тебя и всех остальных. И я должна скорее придумать, как вернуть этот долг. О, есть один вариант. Если мы начали говорить о подарках, то я тоже многим тебе обязан. Кстати, Субару, у меня к тебе очень важный разговор. А чего ты так напряглась? Ты ведь помнишь, как сказал, что любишь меня? А, да, конечно. Как бы тебе объяснить? Я очень, очень этому рада. Но понимаешь, всё-таки это нужно как следует обсудить. Например, нашего малыша в моем животике. Пардон? Я не знаю, будет это мальчик или девочка, но его хочется окружить заботой. Помните, я говорил аккуратнее с поцелуями, помните? Чё, блядь? Я ничего в этом не понимаю. Вот и решила посоветоваться с папой. Эмилиэтан, стоп, полный стоп. О, да. Малыш, ты хочешь сказать ребенок? Разумеется, это все так не вовремя. У нас же королевские выборы. Эмилиэтан, детей не приносит аист, и в капусте их тоже не находят. О. Знаю, но если мужчина и женщина поцелуются, у них будет малыш. Да, ебать, я указал, сука. Рестартай, братан, срочно рестартай. Так, а теперь, когда он получил от всех, что заслуживал, можно не спеша обсудить, что делать дальше. Ты что, всерьез готов признать этого ползучего гада своим товарищем? Если бы не начальник, святилище и особняк ждала бы катастрофа. И тем не менее, мы нуждаемся в его помощи. Без содействия Розвелла, Эмилия не сможет принять участие в выборах. Я не предлагаю вам забыть его проступок. Он должен за него расплатиться. В какой степени вы пойдете нам на уступки? Вас нетрудно понять. Кто знает, когда и где я снова обернусь против вас. Но ваши волнения напрасны. Думаешь, мы сохранили хоть капельку доверия к твоим словам? Конечно нет. Поэтому я докажу свою решимость тем, что можно увидеть глазами. А?
What the fuck? Печать? Похоже, что это клятвенная метка. А, нет, окей. Что за клятвенная метка? Я уступил сопернику, и потому, следуя клятве, теперь не могу нанести вам вреда. Если я нарушу слово, душа моя почернеет, а тело охватит огонь, в котором оно и погибнет. Такова моя клятва. Стоп, 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 в смысле, кому именно он не может нанести вреда? Эмили и Субару? Ну просто этих-то двух, Рэм и Гарфа он убивал. А если бы я не справился? Тогда метка появилась бы на тебе, и ты бы обернулся в пепел, нарушив обещание. Жуть! Зато теперь Розвелл нас точно не предаст. Я понял, с дождем проспорил. Что скажешь, Гарфик? Поклянись, Розвелл, то, что ты хотел сделать, больше никогда не повторится. Так он теперь как бы обязан больше печать. Я не пожертвую никем из присутствующих в зале. Клянусь душой моей наставницы, которую я люблю и почитаю. Даю слово сеструхе, своей бабушке и этой малышке, что я этого не забуду. Разумеется. Хотите что-нибудь добавить? Да, вы ведете себя очень странно. Ведь Розвелл до сих пор не сделал самое главное. И без этого заканчивать разговор недопустимо. Снегопад убрать, нет? Если поступил плохо, прежде всего нужно извиниться. А, блин, ну да. Извиняйся, Розвелл. Извиняйся. Без этого и правда не обойтись, если дальше мы пойдем одной дорогой. Простите. Вот, теперь другое дело. Вот. Новый особняк. А, выборы, что ли? Это же надо так зациклиться на присвоении мне титула рыцаря. А мне-то казалось, что ты жаждешь его заполучить. Ну, ты хотел о чем-то поговорить? Моя цель — снова встретиться с моей наставницей. То есть встреча с той, кто сейчас лежит в гробу. Твое желание исполнено. Я хочу встретить живую наставницу, в чем теле течет кровь и теплится душа. Я потерял фолиант мудрости и связан клятвенной меткой. Но знай, что отказываться от встречи с ней я точно не намерен. Что ты можешь, даже если не сдался. Ответ очевиден. Для начала, я буду тебя оберегать. Ты отрицаешь неизбежность потери, задумал одолеть путь без них. А значит, впереди тебя ждут тяжелые испытания. Нацуки, Субару, вперед! И Ото тоже не посидят. Поздравляю, Субару, прими похвалу от ученика ведьмы. Ты победил, но только сегодня. Скажи пред всем, что оберегает тебя. Не запятнаешь ли ты свою честь? Без страха, без промедления, без сомнений. Будешь жить так, как велит сердце. И пока воля не покинет тебя. Должно же в конце серии что-то произойти по-любому, не? Ты защищать меня? Или все так прям хэппи-энд? Сегодня, как оберегало тебя само мироздание. Солнцу, звездам, духам. И еще отцу и матери. Я клянусь им обоим, что буду тебя защищать. Меня зовут Субару Нацуки. Я рыцарь для тебя одной, Эмилия. Да. И батя. Теперь. Я, конечно, сразу приметил, но ты в этом наряде такая горячая штучка. Дурак. Субару, вот ты где прятался. Ну, даже Эмилия Тан. А я думал, меня посвятил ангел или нимф. Ты что, уже напился? Говорил ведь уже, что не пью спиртное. Вам с Розвеллом удалось поладить? Ему опять не терпится вмешаться. Эмилия Тан, ты проницательна. Кажется, теперь говорить стало только сложнее. Говорит, алкоголь не я пьет, уверена, а бокал стоит, все ясно. Просто пиздобол. Просто боится забыть то, что он делал. Эмилия Тан, ты поразительна. Да. Попозже я хочу рассказать кое-что моему рыцарю. Какое совпадение. Я тоже хочу о многом с тобой поговорить. Значит, уговор? Получается, что уговор. Поговорим о важном, когда церемония закончится. Придешь в мою комнату? По части нарушенных обещаний я редкий рецидивист. Но если Эмилета ночью зовет к себе, могу ли я нарушить такой уговор? Безусловно, нет. Я сгораю от нетерпения узнать, о чем ты расскажешь. Возможно, одной ночи нам не хватит. Ради такого важного дела можно сидеть хоть каждую ночь. Не беспокойся, что бы ты ни сказала, я в тебе не разочаруюсь. Ведь важно не то, как ты начала и продолжила путь, а как ты его окончила. Откуда ты знаешь? Я относился к тебе все по-другому. Я видел, как тепло ты смотрела на гостей в зале, и этот взгляд все объясняет. Я хочу стать тебе лучшим помощником. Мне правда можно на тебя положиться? Уже забыла, в чем я тебе поклялся? Нужна помощь, я с радостью соглашусь. А если чего не знаешь, мы подумаем вместе. Да. А
Отлично! Сомнения остались позади. Субару, твое лицо мне кажется таким добрым. Интересно, почему? Наверное, я счастлив тому, что мы можем вместе чем-то любоваться. О, понимаю. Я была бы рада, если бы наши мысли совпадали. Как знать, может, они и отличаются. Но я не вижу в этом ничего плохого. Хорошая тут атмосфера, Эмилиэтан. Да, наверное, как-то так выглядит мой идеал. Да, Гарф уже 14 вообще, да. Озвучено проектом Анилибрия.тв в 2021 году. Спасибо, что убираете. Поздравляю, мы досмотрели. Ну все, чат, как вам? Не, ну клевое аниме, слушайте. Я ожидал, что в конце второго сезона немного еще больше всего будет, да? Вот. Но неплохо, очень даже неплохо. Особенно, ну типа, первый сезон все равно будет мой самый любимый. Первый сезон вообще, конечно, шикарен. Шикарен и божественен. Да я десятку поставлю, блин. Оценки десятка, очевидно, что вы думаете. Спасибо вам большое за стримчанский. На этом у нас сегодня все.